Еще только готовятся к новому сезону представители хоккея с мячом. Казанский клуб «Динамо» на своей клубной базе провел открытую тренировку. Из-за погодных условий коллективу пришлось переместиться в спортивный зал. Напомним, что команда усилилась тремя игроками. Состав пополнили полузащитники Евгений Корев, Евгений Неронов и самый титулованный из новичков Дмитрий Савельев. Десятикратный чемпион России и девятикратный чемпион мира. Команду возглавляет Ильяс Хандаев. Наставник также входит в тренерский штаб сборной России и руководит студенческой сборной по хоккею с мячом, с которой выиграл золотой медали Всемирной зимней универсиады 2019. Мы усилились по возможности. Я думаю, что те ребята, которые пришли к нам, они внесут тот вклад, на который мы надеемся.